Потом мы с ними будем играть. В полуфинале тогда получается. Подожди, нет, в финале. Если мы выиграем еще у Just for Fun. Подожди, а если мы проигрываем, то кто нам попадается? По сетке лузеров вроде бы эти. РТДш. Нет, не РТДш. Те, кто сейчас уже сидят, нет, стоп. Если вы проигрываете, то будете играть с теми, кто проиграет в этой катке. В этой катке? Да. Нет. Нет, нет. Не должно быть такого. Проигравшие этой катке будут играть с НоуКЗ. А, точно, я НоуКЗшников забыл. А у меня у одного пропали вот эти все готовы, там не готовы. У одного у меня не все осталось. Да, у меня все норм. У меня куда-то пропали все. У меня просто ник и тайминг. Но нету там готово, не готово. У нас опять смайлик не грузится, у него какой-то прям геймерский компьютер. Ну, чтобы мне стримить. Мне надо на Mac переходить. Ой, на Windows. А с Mac вылезать. Потому что на macOS она тормозит все. You. Ну, запускай еще раз. Ну, смайли. Подводи второй раз на смайли. Угу. После этой игры играет кто? Ну, если выиграли лагун, то они же. А, они с кем играют, если выигрывают? С одним из вас, кто выиграет? Сегодня? Завтра. А играют они вообще 3 мая? Нет, а сегодня с кем еще будет игра, нет? Ну, КЗ и вот. Проигравший. Да. Все. И то не факт. Так, ну ладно. Пикабаны. Посмотрим, будет ли это гуль снова. Так, у меня тут наоборот получилось. Ну я про... Опять банит Сларка. Значит, бояться его. Ладно. Бомжа бояться надо. Новая регистрация. Меня спрашивает человечек. Когда будет новая регистрация? Это не из Сларка там? Нет, это вообще мой знакомый. Вот. Так. Так, ну ладно. Вы... Сейчас. Банят Гулю. Не понравился бы вагон Гуля. Ну придется ТНТ новенькое что-нибудь придумывать. Или на самом деле много. Банят Дума. Значит, будет инвотер, мне кажется, скорее всего. Лагуны сейчас должны забанить. Инвокера можно забирать НТН с Эмбер Спирита. Классно, кстати, будет. Ну, посмотрим. Как же они придумают. Так, теперь Блудсикер очень сильно контрит. Они забанили имбиря. Да, возможно, с инвокер хотят забрать. Они сейчас могут забрать ТНТ-шник инвокера сразу опять. Да, заберу. Вроде бы у них он, конечно, не очень классный профессионал, прям, ну, играет более-менее нормальным. Ну, это опять будет пиксовый, скорее всего. Ну, чё, сам играют так. Просто что они возьмут?
Гопуч, короче. Ну, окей. Вот он, да. Что-то долго думали. Агуна. Бомж. Из-за Майли Миля все-таки да. О, сейчас смотри, будет еще дизраптор, мне кажется, 100%. Я же сказал бомж, и сейчас дизраптор должен зайти еще. А, кстати, я вспомнил, Сларка не банят, потому что на нем очень, ну, катали тоже, как бы, лагуны. Я даже помню, как я против Сларка на этом каком-то хардлайнере проигрывал. И думал, что взять. Прошло резервное время. Не скорее всего, просто тянут время, уже знают, что им брать. Не, ну а смысл тратить резервное время, если они знают, что пикнуть? Ну, продумывают будущее пикну, или, возможно, просто кто-то отошел. Не, ну если кто-то отошел, надо пикнуть. Ну вот, я говорю, дизраптор, я просто... Настроены уже на победу точно. Это не связка, а дизраптор, кажется, и Undying, по-моему, 100% из 4 или 3 игр. Здесь надо чем-то Занотел сломать Томбу быстро. Ну, там башка, кажется, 4 удара всего. И там можно, а каждый по ударчику скинулся. Теперь же Нотейлс пошло резервное время. Чем же они ответят? Да, звон. Эк, чё ты? Как ты считаешь, что Блю Лагун сейчас будет Кири кто? Может, Луна. И, скорее всего, возможно, какой-нибудь Джаггернаут. Ну, такой более мидгеймовский кэрри. Потому что они, я думаю, они не собираются в лейт идти, а хотят быстро закончить. Задавить дизраптором и Undying'ом. Забанили Вайпера. Будет ли что-то необычное? Да, я думаю, все будет стандартно. Может быть, Занотел себе сейчас возьмут еще и Стардара? Не факт, ну, возможно, все равно. Ну. Я надеюсь, это не будет никакого акса, вы не хотите. Так, я тут. А мы смотрим пикабан. Да, я вижу. Так, у нас по одному зрителю. От каждого стрима.
Это грустно. Но это пока пикованы. Так. Элдер Титан. Элдер Титан. Появилось что-то неожиданное. Угу. Вот вообще Дизраптор и Undying у них часто вообще-то мелькал. Да, я уже говорил про 100% рейд, кажется, да. Связки. И что? Я чувствовал это на собственной шкуре. Зикатка. Как это было против них в храде стоять. Так, ну и напомню я пока спонсоров. Ну, вот. Мой кошелек, да. Твой, мой? Мой вообще маленький склад. Вот. Так, Абадон. Так, ну ладно, зрители накапливаются, а пока вот, значит, спонсоры. Игра моя. Big Journey to Home. Вот. Потом НФТшники они спонсируют информацией. И 75 рублями. Ого. Вот. Они повысили призовой фонд. И стримит. Сейчас негатив у них. Привет ему передаю. Хотя он меня не слышит. Но... Войт. Вау. Войт. По-моему, ТНТшники сейчас, походу, что-то как-то они... Почему-то у них какой-то предыдущий пик. Только Дазла взяли теперь. Не я надеюсь, это не будет Вайда с Момо. Кто? Вайда с Момо. Рейс Кинг. Нет, конечно, у них хороший Вайд. Рейд Кинг? Год Вера Пира. Точно. Вера Пира. Ну, зависит от кого Вайда. Вот. Значит, минуту, время подумать. У команд каждый есть. Это Титан Миллер или что? Не знаю. Это Титан Хардовый. Вот, даже не знаю, кто это. Ну... Ну это либо мидер, либо хардовый. Ну, мид его ставить не очень классно. Не, это классно, он тоже левел получает. Получает немного денег по голде. Ну, я считаю, что ему голда много не нужна, чтобы за месси быть полезным. Так, банят Никса. Это, наверное, правильно. Что еще скажем? Возьмет ли себе Лагуна по тму? А. Нет. По тму? Да. Я думаю, нет. Я думаю, у них будет второй саппорт. У кого? Или нет? У Лагуна. У Лагуна? Нет, у них мидер. Нет? Мидера не хватает. Так, значит мидер. А кто? Но это же не пуш. А, Пака может опять. Нет, вот. Скорее всего, тут мидер. Такие кто... жирненькие. Что в куполе будет наносить дэмэдж. А, да, купол есть, так. Деворер может быть. Да, кстати, очень классно заедет. Деворер? Да, потому что он сможет и ману забирать у Рейд Скинга. Ему может не хватать на... Так, Дарсир! Ну, тоже, на самом деле, прикольно. Ну, на мид? Нет, хотя не знаю. Вот Титан на мид. Титан, да, наверное. Такое... Снайпер. Такое это... Титан на мид. Это вот теперь такое. А вот снайпер это что-то вообще с чем-то. А вот снайпер у них пикнул керри команды. Это значит, что будет? Это опять соло изи будет? Не знаю. Бред. Ну да, получается мидер. Титан. Так, да, я забыл обновить счет.
Ну вот, все думали, что сейчас 0-0, а на самом деле сейчас... А сейчас что вообще? 1-0. Пользуем 1-0. ТНТ. Да. Ну да ладно. 1-0 у нас сейчас, и сейчас... Или вторая игра за No Tails, или за Белагун. Первая только. Что-то опять понапикали очень нестандартного. Посмотрим, будет ли снайпер попадать в купол. И тоже ставится так, пауза. У нас пауза опять. Традиционная для всех про и не про турниров. А, у нас выпал саппорт. Вторую игру подряд он выпадает. Ну, он такой у нас. Он всегда падает. У них какая-то стратегия. Смайлик не загружается. Этот якуш вылетает. Психологическое давление. Так, ну планы пока никакие никто не рисует. Планы? Да. No mom, oh yeah. Намёк на BF, короче. Почему же снайпер? Мне вот интересно, он же... Ну, они надеются, что он не будет в куполе стоять и просто будет пить, как его, глайда в куполе. Ну, а как известно, что снайпер очень часто дает свои баши, и Войду очень будет неудобно. Мне больше интересно, на фармитке что-то этот снайпер. Думаю, 4-5 раз можно будет за 10 минут загангать, и он уже будет просто обычным пабовским неудачником. Обычное тело. Они подумали, снайпер тащит. Может, он там на снайпер? Написали гол, он... никто не снял. Задрот на снайпере, может быть. Там 300 кладок. Так, 7... команда готова, и игра начинается. Вот. Свапа вроде бы никаких нету. Все как и предполагалось. А курочка. Какой кролик, а? Смахи от команды The No Tails. Ням-ням. Так, значит, танго зачем-то выложил. И опять идет снайпер соло изи и... Да, опять у них какая-то ерунда. Зачем они эту ерунду? Они думают, что это прокатит, что ли, второй раз? Что именно? Соло изи. Снайпер уже прячется почему-то, нет, снова ладит. Да не знаю вообще. А смотри, ну у них идет ДС, а почему бы и нет? Вот Dark Seer вообще ничего, снайпер не должен сделать. Друг пишет, фу, Void. Хорошо. Ну у него задержка, он только сейчас понял, что Вайда пикает. Снайпер спрятался, он боится, что его загангают. Да. Прикольно, хотя все пошли... другого. Да, кстати, к дизраптору. На бомжа даже с этой никто делать не хочет. Бомжа. Корова теперь будет да ну, с посылкой. Он должен ходить без сета. Нокер теперь закупил за место... Много танго, мало танго. За место нового талисмана купил себе коготь. Почему-то смока нету, почему-то не пошли на... вражеский лес. Просто спокойно ожидали. Боятся. Почему-то не пошли. Не заблочили спаун за Нотейлс. Вот это тоже. Они надеются, что там будет один стоять Дарксир. На деле же опять выйдет трипла на триплоу. Нет, за Нотейлс надо было заблочить спаун. Они почему-то не заблочили. Не знаю. Так они пока думают, что один войд на стороне. Ну, сейчас нет, там уже бомж. Палится бомж, да. Бомж отдал ТП-шку войду, походу это свап. Да, это свап. Да, все-таки свап. Это не свап, это бомж соло останется. Да. Нет, Дарксир ушел. Да, Дарксир ушел. А Дарксир почему-то на базу ушел. А снайпер, на снайпера просто подписывают. Они заблочили спаун на боте. Так, опять ТП. И тоже свапаются. Тоже свап. Будут ли это бесконечные свапы? Веселые игра.
Так, смотрим пока полоски, то что там как. Да полоски тут пока все пусто. На первое место. Да блин, ну смотреть рано еще. Но все равно, он вырывается, начало уже, что-то как-то. Мне больше интересен ласхит снайпера. И сейчас два миличника назвал снайпер, которые просто война могут. Бац-бац-бац-бац. Дизраптор ничего сделать не может. А они, а на боте тем временем прогоняют. Бомб с ДСом прогоняют. Ну, тут уже все. 6-4. Один в Райт Кинг. Он собирается уходить, он не купил себе телепорт. Все-таки опять-таки трипла. Так. Хороший взрыв. И снайпер пока фармит. Бомж вылетает на топ. Ну понятно. Бомж трипла уже на прикачал. Триплу опять получилось. Так, щиток вешает. Так, ну что, будет ли что-то такое? А что сейчас будет? Ничего интересного. Я бы на самом деле сейчас еще купил как бы ТП-шечку. Просто такая триплан трипл. Как-то ТП-шечку я бы еще купил снайперу и в рейскин бы и поменялся бы, чтобы, ну, опять посмотрел бы на реакцию Булагу. Вряд ли так они, конечно, сделают, но было прикольнее. Ага. В рейскин бы, наверное, там не очень прикольно здесь стоять. Как раз вот еще... Спаун заблочили. Эти уже поняли, что тут спаун заблочен. Но девардинг тут вроде как сейчас будет. Хотя как? Как сделать девардинг, чтобы безопасно было? Вырубить деревья. А, только бить так. Триплу и пойти сломать ворд. Опа, могут бомжа, могут бомжа. Да. Он полет. А нет, они не убьют тут, они сами умрут, если бы начнут воевать. Вот-вот, так что не стоит. Лей сейчас как раз полез. А могли сейчас снайпера убить? Полез Undyne. Undyne ставит. Не очень хорошая тамба. Оу, неплохо. Надо было ставить ближе к тауру, она сильнее бы замедлила. Надо было меняться. Надо меняться. Ну и все, уничтожает. У них там снайпер, в принципе, не сильно отстает в райд скин по фарму. Ему, в принципе, левел тоже классно будет получить снайпер. Снайпер динайнит. И фармит и динайнит. И что Вайнвокер это? Вайнвокер выигрывает через... Опять Иксовый? Нет, это Иксовый. Иксовый. Наверное, через Экзорт не умеет просто. Да. Видимо, им понравилось то, что делал Вайнвокер в первой игре. Они рассчитывают. Опять ну, он не рассчитывает то, что Войт будет ставить купол, он будет его там подымать, потом как-то откидывать, чтобы не давать ничего в куполе сделать. Тоже логично. Ну, не факт, что этот купол стоит на Войте. Ну, я думаю, не выйдет ничего. Так, там банк. Возможно, выйдет. Как-то ТНТ как-то хорошо настроены на игру, мне нравится их настрой. Конечно, не совсем все стандартно, но шансы у них, мне кажется, есть. Тут даже немного больше, чем у... Для лагун. Ну. Это пока они еще лагуны свои. Да подожди. Да. В зале. Все зависит от того, когда у снайпера появятся айтемы на дамаг или на скорость. Айтемы. Если у них сейчас парень отыграет так же, как на гуле, вообще шикарно будет. Ну, ты молодец. Они молодцы, что они там не пытаются собирать медасы себе какие-то там. Просто собирают пару там артефактов, идут там драться. Вот классно был Найк, реализован, пошел там, убил, там еще подрался, все набрал отличное преимущество и пошел, выиграл доту. Там же не было вроде смысла собирать Мидас, там керри больше был. Да и здесь нет смысла собирать Мидас с парнем. Так, сапог. Войт может быть собирать будет, но по ему, чтобы выформить свои артефакты. Главное, чтобы он собирал мом, и все. Мом? Все-таки да. Мом? Я хочу против ТНТ играть. Нет, мом вряд ли мы увидим. Они скилловые парни. Что-то снайпер его как-то сильно пробивали. Со своими микробашами это ужас просто. Очень неприятно.
Врейскинг уже не умрет от Дарксира никаким образом. Что он себе везет? Он себе везет фласку. А куда он деньги-то все слил? Да. А, он купил себе еще и стики у Врейскинга. Ну да, что-то его Дарксир очень сильно загонял, там 12 крипов, это у Да, у Райт Кинга печаль. Да. Вроде бы начал очень неплохо. Дарксир шикарен. Сейчас, правда, он без маны. Наверное, ТП аут будет. Не, у него Soul Ring, зачем? Ну, а, да, у него Soul Ring, Катя. Да, ему что там смысл? Как-то необычно качается. Дарксир, стенка на 6-м левеле. Ну, это его право. Титан забирает его на плоти. Да, стенку, конечно, больше качает обычно. Ну, Уокеру везут фейзы. У него шарик. Уокеру везут фейзы, ТП, смоки, стеки и клярити. Какой-то интересный инвокер. Богатый сильный. Дизейблер какой-то. А ТП-шку ему не отдали и клярити. Лох. Он себе не купил рецепт стиков. Так, у нас First Blood. Пропустили замес на ТП, как я понял. Да. Три. Минус три. ТНТшников, да, как я и думал. Их опустили. А, там пришел Титан с инвизруной. Так, ТП. Хорошо. Сыканул. Зря они все-таки не поменялись потом снайпер с этим. Здесь ничего особенного внизу не происходит. Наверху берут в Т1, скорее всего. Да, забирают. Да, ну хоть какие тут пошли ТП, но... Сколько ТП-шек? Так, а там здесь сон. Уже делается сон. Хотя раскидывается торнадо, и сейчас, может, умрет кто-то. Вой должен отъехать, Вой, Вайда да. нет купола. Вайда нет купола, и он умрет. Вой собирает себя гоним. Все, минус. Зацепит все-таки... ли бомжа? Void а, у Burning, снайпера да? нету шестого. У снайпера? Да. Печаль. Прилетел ДС, правда, чутка поздновато. Вообще пока по уровням все так мало уровня. Самое прикольное, что они не отдали тавра, который они должны задинамить. Пока не динамить почему-то. 32 хп, что они да, хотят? Да, надо бы динамить. Динамить и отходить, сейчас же тележка заберет тавр. Или но кто-то в ногу побежит. А, вот, все. Заденайли. Все нормально. Да. Фляску да. пьет. Кларится. А почему они на развороте не зацепят? Кого? Давай да. Там же Дарксир стоит. Невозможно. Либо да. вода, либо дресса. Одного на выбор. А Дарксир они не видят. Ну вот сейчас тоже не видит. Они, они могли. А, нет, сейчас уже их трое осталось. Что-то странно, они тут втроем. Так, и тут двое заходят. Андайинг и Эльдер. И если ТНТ... Они среагировали. Тут вард стоит. Тут они никак не могли просто. Просто ходят по апсу. Игнорить и все. Они отошли, как... естественно. Как дела у Рейскинга? Да никак. Да вообще никак. И в это время Инвокер там фармит. По фарму только Дарксир сейчас побеждает. А, и потом идет уже инвокер и снайпер. То есть Вой так себе фармит сейчас. Я, наверное, ребятки, отойду не знаю, насколько. Ну, можешь, пожалуйста. Да, конечно. Так. Снайпер пока с ПТ-шкой. Снайпер? Да. Ну, нету пока ничего такого прям. Да, конечно. Пока все так спокойненько. Так, у нас дизраптор. Флору пытаются забрать. Рассветочка. Все так хорошо по плану. Но здесь отхиливает Дазл, и может быть. Тут у него стики среагирует. Выживет ЕМП. И все. Выжиг ману. Отошли. Подсейвили, прилетели. Да, молодцы. И тут что-то в Рейскинг прям так вылезет. Да, что он тут вообще делает? И по томбу дерутся, не ломали томбу почему-то ребята из ТНТ. Так, ну здесь может быть драка на миду. А, Войд без шестого, боже мой, вот это сейчас Войд? Очень был, да. Он не мог поставить купол, там бы сейчас дальше полетела комбо-ломбо. Да, а, нет, ну ему полетел. Чуть-чуть не хватает, одного-двух крипов где-то. Так, а снайпер добился своего, он фармит один. Скоро уже,
Как будет? Шестой уровень войда, они начнут атаковать. Пока. Смотри, нет. Снайпер себе опять свое вытащил. Это как с гулей. Он просто опять один идет, это фармит, сейчас что-то нафармит и летит ведь. И будет нагибать. Ну, Войд здесь, вот здесь меняется все. Войд. Войд может всех уничтожить. Так это будет Войд с Аганиум, так что еще вопрос, будет ли всех уничтожать. А почему нет? Мы видели же Бернинга на про-сцене с Аганимом. Сейчас моды пошли. Не будем говорить, что про-сцена. Ну да, но моды пошла на Аганим. На про-сцене у Войдов 336. Это 37, тоже, да. 38. Ну, крипсат у него слабоват сейчас. Так, ИМП. И без маны остаются. Томба, Томба можно быстренько сломать. Чуть-чуть. Да он сломается. Сломали. Конечно. Тут даже, говорит, Эльдер не успел ничего нормально заслепить. Просто фидонят. Вот просто фидонят Томбу уже второй раз, Томбу с фидили. Лишние 100 голда кому-то. Да. А снайпер все так же. Нет, снайпер лисит нет. Снайпер будет Shadow Blade, но он себе купил клеймор. Клеймор. Нет, что он не он нажал ТП на мид, но почему-то отменил. Да. Странно. Наверное, хочет дофармить что-то. Не понимаю, зачем ТП-шки так тратить. Очень глупо. Так, ну и здесь на миду все такая движуха происходит. Так, походу хотят они забрать снайпера потихоньку. Снайпер. Делагон. Да как это? Ну, выдвигаются. Ну тут идет дизраптор, и что? Ну, так ты не забываешь, что снайпера ТП-шки нету, да и вообще в нем, по сути, ничего нету, чем можно убежать. Хотя... Ну да, вообще-то. И подсейвить его саппорты никак не смогут, потому что ты один тавр нету. А, да, тоже. Так. И ТП-шек у них нету. Ну все так у них не очень хорошо. И ушел фармить Рейскинг. Рейскинг ПТ. Так что у Вайнда, если вторая часть игра. У Вайнда почти. Он сейчас себе две части сразу купит. Так. И пошел ЕМП. ЕМП. Никуда. Не достал. Печально. Почему-то так, он не ну тут гонится. Хороший торнадо вроде. Нет, не очень. Пытаются заслепить Дазла. Или поймать. Как нет, там корова. Даже на без слипа убьет получается, его. Да. Так, ну минус Дазла. Не врывались даже. Однако... Смотри, снайпер убил дизраптора, да. Здесь пока все так... Опять все вернулись на мид и опять что-то вытворяют. У Вайда купол уже есть. Корова далеко заходит. Получает да, нижний дамаг вот по лицу. Получается торнадо, ЕМП. Должно, ЕМП должно. Прошло. О, по троим. Это самым очень важным, хорошо. Эльдер Титан провисает по ХП, хоть у него и много маны. У Вайда нету купола, и даже на таймволк у него нету. У него ничего нету, его надо цеплять. ДС хватит только на сур, чтобы убежать. Если он нажмет своего линка, ему все равно не хватит на ульту и стяжку. Пацаны уже отбегались. Очень большая ошибка, они ТНТшники должны были пойти и додавить. Да, да, надо давить. Но с другой стороны, кем давить сейчас? И еще раз, не дай бог. Боже мой, почему у них Абадон такой прям... Он ли Владимир? Что за бред? Он ли Владимир? Где мек? Дазл явно меку не потянет. А Абадон опять варит, походу, чертов этот Владимир. Короче, непонятно, что это делает. Опять все на миду топчется. Никакого фарма, естественно, нету. Очень протупили. Вот хороший просто ЕМП залетел. Надо было им быстро прочекать наличие маны и пойти просто Т1 задавить. Да. Shadow Blade. Так, скоро будет уже купол Вайда. Shadow Blade появился у снайпера. Да, Shadow Blade. Ну, это снайпер. О, так. А в Рейскин, походу, начнет с Кирасы сразу. Он себе купил себе плюс 5 брони. Корова ходит, чекает, станет. Опа, пошло. Так, Void купол. Слип. Void купол. Void почему-то не поставил купол. Да нет, не стоит. В кого? В одного, что ли, снайпера? Да хоть кого-то, как бы. Ну, они просто теряют фарм сейчас.
А ты смотри, они впятером просто трутся на миде, пока в рейс-кинг фармит. Да они все трутся, ты понимаешь? Снайпер кого-то. Нет, они не все трутся. В рейс-кинг на боте фармит, а, и да, инвокер вот в лесу фармил. У инвокера, кстати, вижу. Ультимейторп уже есть. Будет ли это фаст... На... Нет, фаст... 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 Фу, блин. Фаст хрюшка, короче, это не будет. Все разбежались. Снайпер вообще неприятно. Почему-то снайпер так вот здесь тусует. Снайперу надо как-то уйти на другой лайн и просто быть и... с ТПшкой. Ну, да. Ему вообще нежелательно вот так вот стоять на виду. А то... Войд же просто ворвется и даст купу. Так, вот слипнули. Войд не идет, он фармит. Нет, теперь. Он... Они хотят дофармить, да, гоним его войду. Баш, баш, Войда... ой, 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 ой. Жизни очень мало, и он умер. Ой, ошибка. Ой, огромная ошибка. Повезло снайперу, там могло пройти это мисс. Это тоже верно. Зря подставился. Ну. Так, у Войда теперь... О, у Войда еще на чутка отложился. Аганим. Аганим, и здесь надо... Бомж, бомж пришел уже... напрягать. Обвозят, паникуют. Надо уже ТНТ, да? Идти на Т1 и сносить. Пошли, пошли. И уже идут, да. И ТНТ, Blue Lagoon побуковали что-то, они порисовали на мини-карте, там психанули, походу. Ну, отдать решили, в общем. Все, минус. Тавер? Посмотрим, снайпер 1300. Будет ли это мом? Мом. Если он соберет мом, он, конечно, ошибется. Так, у нас улетает. Пока-пока, он идет на мид. Тут опять все на миду кружатся и... ДС спрятался. Что он там делает? Он хочет подождать. Замес какой-то, наверное. Он ждет, я так понимаю, замеса на миду или что? Наверное. Они надеются на этот замес, думают, что пойдут на Т2. Ну нет, им вообще борза просто лезть. Вот смотри, вот ДС у них покупает меку у Лагунуса. Вот смотрим просто наличие меки у ТНТ хоть у кого-то. Нет, просто. Глянь, что там... тут у Эльдера Титана так мало жизней. А где он сам-то? Да он в лесу. Ну, что-то как... Бутылочка тут. И нету просто вардов, нету вижна ни у кого. Вижна нету, это очень грустно. Нет, ну, есть это... тут какой-то вард, но это... На руну. Такой себе вард. А сколько у них до вардов времени? Ну, он палит, этот вард палит. Вот Абадон, он палит. И вот, кстати, мы завалили сколько варды, и он свардили другую руну на боте в лесу. Так, опа, уничтожен. Время... Снайпер убивает. Все, это поехали. Что-то Blue Lagoon расслабились. Походу, да, очень расслабились. Они пойдут по сетке лузеров. Может, они так и хотят, как Нави. Прикол в том, что они не Нави. Да ладно. Местные Нави. Вот у снайпера 2000. Что же это будет? Мелшторм или Дезоль? Наверное, Дезоль. Да, Дезоль. О, Аганим наконец-то появляется. Нет, это смотри, это будет Мьёльнир, скорее всего. И причем он начал его варить с Гиперстоуна. Мьёльнир? Ну, с одной стороны, наверное, правильно, потому ну, что он с Гиперстоуна начал варить. Да. Это правильно. Ну, это уже такое, кому как. Ну, значит, они так решили. Ну, там еще просто зависит от того, что молнии вылетают. И помимо того, что одну цель, так еще и посторонние цели будут дамажить. У Инвокера 1600. Почему же он купил Ультимейт Торпа? Это же будет этот... Это же не линка будет, это же будет хрюшка. Скайди, что ли? Не, инвокер это... себе купил ультимейторп, это ну же да, не скайди. Нет. Это же будет хрюшка, хекс. Да, хекс. А почему он начал его собирать не с мистик став, а с ультимейторма? Ну вот так захотел. А он и в прошлой игре также начал собирать. Мистик став же купить, во-первых. Так, Войд ставит купол на одного снайпера. Будет ли это минус снайпер? Снайпер уходит. Скорее вот, всего. Ошибся. Так, лес ставится. Уходит и мог минус. На развороте пинать просто. Войда могли запинать. Как умудрился выжить инвокер здесь? Инвокер прибегает вас зачем-то нулевый. Делает торнадо и умирает. Хоть и убивает здесь андайинга. Ну ладно, как хоть какой-то размен, но и то невыгодный, потому что да, инвокер прям пинать. Инвокер зачем-то просто так прибежал. Я не понимаю андайинга или что? Не знаю, что он вообще там делал. Я его даже не заметил. Инвокер просто так зачем-то подбежал, я не понял, как да. У него как осталось. Я видел, и как он в лесу. Провисал.
Провисал он там. Ну, очень ошибся инвокер. Ужасно. Так, снайпер-то такой в лесу стоит и уничтожает. Почему снайпер не кинет, снайпер не кинет шрапнель? Шрапнель, да. Ну, здесь она без шрапнели, все нормально. Ну, могло быть иначе. Могло. Но команда Blue Lagoon просто сейчас уже спокойно отдали башни и ожидает. Они уже очень много чего отдали, просто так. Они где-то ДС на боте отдали. ТНТшники каким-то образом давят. Так, ладно, я отойду на 3 минуты, посиди тут без меня, ладно? Конечно, конечно. Давай, я скоро. Здесь, значит... Авадончик нас опять принесла куры ему какую-то ерунду. И здесь ринтов регена, скорее, не знаю, что это будет. Из вещей. Я, честно, не знаю, что будет топодон брать. Сейчас. Вот, ну да, зал не потянет. Но мекки нету опять у команды ТНТ, как мы уже поняли. Так, здесь в лес пошли Blue Lagoon. А, какой-то ТП-аут. Уходит. Нет, вот меняется ТП. Какой-то там ТП было. Ну и команды сместились опять-таки на низ. То есть опять все пятером почти ходят они. На низу. Внизу. Здесь. Вот зачем-то смог, да, слом. Может какой-то ход придумают с маком. Интересный. Ну, в Red King'а сейчас Гиперстон. Он купил Chainmail. Chainmail это будет, наверное, да, это будет Кираса. В Red King'а. А у снайпера же тоже есть Гиперстон. Он уже купил на Мьёльнир рецепт и на Майлсторм. Да, все у него скоро уже появится. Void берет тапок. Power Threads. У него только аганим сейчас и больше ничего. Слабовато довольно. Ну. Кирас скоро будет в Red King'а. Может быть, наверное, это правильно. Так, а мек вообще у кого есть или нету? Ван Дайнг вообще худой и бедный ходит. И в этой игре он не затащил. Здесь происходит замес. Дарксир умирает. Так, пытается уничтожить Вайда. И здесь, скорее всего, его ловит и уничтожает. Минус. Минус Войд. Минус Дарксир, минус Войд. А, я так понимаю, все, переламывает преимущество. Да у снайпера появляется мон. Давай Мьёльнир. Смотреть, на графике там всегда было преимущество у ТНТ. 7500, и по голде, и по XP. Ой. Смотри, у снайпера все, 50 голда Мьёльнира. Да, он все, он уже собирает этот Мьёльнир. Я это уже сказал. А, вот он. На Йеллсторм, и пока ждем. Ага, ЕМП. Никуда. Зря ЕМП дал, вот это, наверное, защитная ЕМП, чтобы уничтожить башню. Хотя башня здесь скорее не упадет. Все, хотя... появилась нет, Кираса. Отдали, наверное. Все, что-то у Кираса уже появилось, не получается с ТНТ. Да. На самом деле такое ощущение, что они вообще расслабились настолько сильно, что они уже рискуют проиграть. И попасть в сетки лузеров. Вот. А в сетке лузеров всякое может быть. О, боже, и опять этот Абадон покупает Владимир. Почему не Мека? Абадон? Да, кому здесь нужна эта... Не знаю. Это... Кому нужен Владимир? Владимир вообще непонятно. В Рейс Кинга он тут вряд ли нужен. Ну, в Рейс Кинга и так своя. Хорошо, да. Ну, ладно. Абадон решил так. И Меки опять ни у кого нет. У Тем более... Тайнга вообще все ничего нету. Вроде скинга и Таура, это считай тоже Владимир. Что-то как-то Абадон там не прав. Тупит он. Зациклился он на этом.
У инвокера появляется хекс. Инвокера, да. Хекс. Который он начал собирать с ультимейт орбы. Ну. О! Появился. О, Дазл, все-таки Дазл. Собрал. А, он ее одним кликом купил. Ну, тут... А, ну тут ага. Много тауров просело с того момента, как я ушел. Ну да, здесь. Два таура. Хорошо, поработал. Нет, три таура, еще на топе стоял таур. Ну что, опять у Blue Lagoon все плохо? Не верю. Что-то как-то да. Что-то слабо. Они играют сегодня? Решили постакать эншентов? Наверное, бухи играют. Кому-то стакают эншентов Blue Lagoon? Вопрос кому? А, и причем команда Дайр видит, как так, они вот это стакают. Он. Мьёльнир у снайпера. Заметный. Смотри, как ты думаешь, что предпринят команда ТНТ? Они же видели, как начали вот это стакать. Интересно, может зафармят как-нибудь? Вообще тут просто завалиться в пятером на это. И Титан все. Чекает Рошана, за чеком никого не видел. Так. А кому вообще они стакают? Смоки так, пошли. Ну и все, девардинг. Да, пошли фармить. Тут девардинг произошел. И теперь нет, вижу. Нет, не иду фармить. Только чтобы... Снайпер прется на пролом. Так, здесь смог. У команды The No Tails и... Может Почему? Быть сейчас заберут они Вайдата? Он да, в соло ходит. Должны, они должны забрать. Так, торнадо, ЕМП пошло. Но... Он тэп-аут делает и... Шрапнель рано, очень рано дал шрапнель снайпер. Не минус, а тэп-аут, все. Если бы снайпер не дал так шрапнель рано, он мог шрапнель просто сунуть в ту сторону, куда таймволкнулся Войт, и там бы его забашить. Да. Хоть один раз. Была возможность, но... Плохо среагировали. Решили не жадничать, спустили все кнопки, чтобы все в КД было. Ну да ладно. И не хексанули почему-то. Надо было инвокеру а, сначала да, хексануть. А, да, хекс забыли прожать, точно. Надо было хексануть, а потом торнадо полетели. Ну, короче, глупость сделали. Нехороший ганг здесь. Да, могли и забрать. Могли и стаки забрать. Не забрали. А кому они стакают-то, я не понимаю. Войт же не заберет все равно без БФ. Не знаю. А может он как раз соберет сейчас? У него одной ведь... кнопкой силы. У него сейчас только 1500 голды вообще-то, да. Слабовато. И у Владимира у них тоже никакого нету. Да, у Владимира аутенты. Вот, пошли девардят. Почему же они не идут, а? Да давайте уже. Так, теперь девардят уже ТНТ. Так, реген видели, да? Уберите реген. Что-то попикали. И все. Что? Забыли. Инвокер бежит за регеном. У него. Он просто его уничтожил. Лучше бы взял. Хотя разницы нету. Так. Что-то они показывают. Куда-то не пойми куда. Бля, ТНТшники сейчас показали на Эншента. У Вайда появился Гиперстоун, это не будет никакой БР. То скорее всего будет какая-то Кераса. Кераса? Пойду Керасу? Ну. А, ну хотя вряд ли это будет Кераса. Нет, то фиг его знает. Я не знаю, что у них сейчас будет. Как тут вообще снайпер... А, у него же Хосвол. Так, и сейчас смог уничтожить Дарксира, и всё. Снайпер просто разрывает. И пока-пока здесь тоже пока с нами. Говорит. Войт не поставил купол снайпера. Снайпер должен расстреливать. Идиотский купол. Расстреливать никого он почти не уничтожил. Здесь минусы сплошные. ГГ. Все, ГГ, да. Ой, я не верю. Что делают? Blue Lagoon? Они хотели шокировать публика, что ли? Буду шокировать через сетку лазеров, походу. Да, буду шокировать через сетку лазеров. Изи, ГГ. 31 минута. Вау. Да, вау. Что ж. Не ожидал. А вчера я еще писал в Blue Lagoon, что ребята скоро скатаем. Да. Ну, мы еще посмотрим, может вы еще и скатаете. Вот. Как? При каких обстоятельствах? Не знаю. Так, давай-ка посмотрим. Ну что? Что тут?
по крипстату. Вводит 108 крипов. Ну это вообще. Так, через сколько там начинается матч? Вот сейчас надо будет разрешить вопрос насчет сегодняшней катки. А, что, еще может не будет? Может и не будет. Так, ну я сейчас отбегу в другую конференцию, спрошу, что там, как, через сколько у нас будет, и вернусь. Я вот сейчас в конференции сижу. Я имею в виду другую. А, лол. Там, свою. Они думают, почему не НХТ? Лол. Они думали, сейчас НХТ будет драка. Представь. Лол. Так, ну ладно. Такое ощущение, что они поддались специально, чтобы сыграть с ТНТ. Ну ладно, у нас 2-0. И... Blue Lagoon сейчас будут сражаться с NoKZ. Они, в принципе, вроде как согласны. Вот. Да, это вообще не... неожиданно так было. Сейчас посмотрим. Ну, а завтра у нас будет интересное сражение. Так. Так, значит, завтра Новивер, Just for Fun. Вот. И потом НФТ сразятся с победителями, ой, с проигравшими из той игры, и сразятся уже победивший из первой лузеров и второй лузеров. Так, ну вот, собственно, что он мне говорил. Никита мне сейчас пишет. Что я говорил о морали? То, что вот мы проиграли. Вот тебе и поражение. И сейчас команда вообще никак не настроена на игру. У них дисмораль. И сейчас они грустят и печалятся. Вот, так что не знаю, что сейчас будет с Blue Lagoon. Мораль у них исчезла. Шокировали публику, конечно. Все ожидали победы от Blue Lagoon. Увы, это, скорее всего, не случится. А через сетку лузеров у них, конечно, есть шанс победить. Но посмотрим, как они сейчас покажут игру против SnowKZ. SnowKZ. Вот. Ну, такая вот у нас получилась катка. Вот, ну что, реклама. У нас реклама.
Так, я тут. Тут? Да, тут. Что, будет игра? Да, игра будет скорее, кажись. Так, а у нас третий тут? Кто вообще здесь? Кого тут нет? Тут, а он ушел еще с той игры. Угу. Но он-то в зомби. Самое-то главное. Так, все, команды заходят, обе. Так что сейчас игра уже будет. Очень неожиданно, конечно. Правда, да, я не ожидал того, что Blue Lagoon выйдут в лузера. Сухую. Вообще. Сухую. Пацаны, что-то как-то вообще недооценивают. Они просто мне сказали, вот я тебе сейчас еще раз повторю. Помнишь, я тебе говорил о Мараде? Так вот, мы проиграли. И то, что он говорил мне раньше, что если мы проиграем хоть раз, у нас уже начнется нытье и прочее, и мы уже не сможем выиграть. Вот не знаю, как они выиграют этих относительно простых соперников или нет. Ну, вроде бы, когда мы играли с Нукозой, у нас не было прям тяжело. Вот, я говорю, что они относительно простые соперники, хотя... С трудом выиграли ТНТ в той игре, а НоуКЗ не смогли выиграть только потому, что они протупили. Они не нашли момента нужного. Вот, сейчас они говорят. Вот, мы сейчас, кажись, и НоуКЗ просрём. У нас появился дезморальщик. Вот. И все. А, дезморальщик, это, скорее всего, вот этот смайлик, который пишет «Аганим, аганим, это был аганим». А, ну да. Вот насчет Аганима, это вообще глупость. Зачем он нужен был? Это пацаны хотели ставить купол, и Аганим же увеличивает там на секунду вроде эту длительность купола, и они хотели просто за купол месить все. Но пацаны что-то недооценивают просто доту, они думают, что пацаны в пятером поставятся под купол и дадут все с себя кастовать. Мечтайте. ТНТ все-таки смогли одолеть здесь. Ну что, ты рад, что или No Weaver, или Just for Fun будут сражаться с ТНТ? Я скорее удивлен. Удивлен, да. Здесь... Капитан, да тут все, наверное, хотел... удивлены. Капитан хотел сразиться с Blue Lagoon. Он был в них вообще заинтересован, да и я был, по сути, заинтересован после его высказываний. А, ну и как бы поэтому... Я их доту не смотрел, но сказали то, что они свою группу вышли на первом месте, а тут они берут и сливаются. Да. И уже рискуют вообще выйти из турнира. Ух ты. Может быть, зря вообще для них так было поставлено, что и если проигрывают, то второй матч тоже сразу. И сетка лазеров так. Может, все-таки надо было как-то там перерыв сделать, там день отдохнуть. Я не знаю, но... В принципе, уже согласны. Уже NoKZ согласны. И, в принципе, Blue Lagoon не против. Так что... Blue Lagoon уже полным составом, а NoKZ опять не заходит. Ну, игра считали, официально... Так... Нет, официально игра в 22.00. Они имеют право. А-а-а. И там наверняка не то ли в папке, то ли еще где. Вот, но я сейчас позову Никиту, и мы спросим, почему же у них так произошло-то. Давай. Кого? Никиту. Никита, капитана. Это... Капитан. Это капитана Blue Lagoon? Да. Ну, зови, если он придет. Угу. А нас, что, нас на УКЗ прогоняют или что? Почему? Так, алло. Привет. Здорово. Ну, я хотел взять с тебя небольшое интервью. Что вообще это было? Это... А вот помнишь, я тебе как-то рассказывал... Ну, да, да, мы это уже 40 раз обмяли. Да, вот, пожалуйста. Вот пошла дезмораль, да? Первая игра как-то не зашла. Вот этот Nikes, Axe, который у нас Вивера контрил почему-то. Вот мы на самом деле сидели, критиковали их трипу как раз. С Аксом и так далее. Мы думали то, что пацаны Рекла вообще там поехали. Вообще неудачно заехала, как по мне. Но вот этот Nikes, который, не знаю, недооценили мы его, пиздец. Вивер, да, по-моему, извиняюсь. В первую очередь недооценил его. Да, он потом ему сам уже отдал. Сказал.
Да, это вообще что-то было. И все, а потом что-то вторая катка, вот то, что мы сейчас напикали, это как бы по сути какая-то фигня была, но это, если это реализовать, это было бы просто ок. Но вот этот агоним нас поддизморалил, двух пацанов, один начал бомбировать, и все. То есть игра была на чистой дизморали уже, и все. Да. И сейчас вы как? Сейчас мы не очень. Нас один в скайпе отмалчивается без микро. Да. Сейчас не знаю, короче, что будет. Ну вот NoKZ, вы видели, как они играют? Да мы видели, как все играют. Вот. Так вот. NoKZ вообще-то не очень хорошо отыграли. Они проиграли. Они за No Tails проиграли и... Кому-то еще... А, Just for Fun. Соберитесь там и порвите их. Чуть-чуть надо собраться. Но у КЗ не такие серьезные соперники, на самом деле. Поиграйте в китайскую доту. Да и за No Tails не были серьезными соперниками. Как... У них тупо фиксовый нокер, вам надо было за No Tails все-таки соперники немножко посерьезнее. Ну, посерьезнее, но они не серьезные соперники. Вот в чем проблема. А вы проиграли. И в первой игре проиграли, вот. А негатив в то время угрожает. Да, отпускай, он веселится. Я не думаю, что все ожидали ваше поражение. А мы сами не ожидали. Вот в чем прикол. Как бы... Когда настраиваешься на победу и проигрываешь, очень сильно дезморалит, особенно вот некоторых наших парней, включая даже меня. И вот что-то как-то не заходят катки. Вот когда так играешь, вот на пофигу, как мы предыдущие играли, или когда даже с намерением вообще проиграть, мы выигрывали и такие, о, ребята, мы же победили, так давайте выиграем чемпионат, там, бла-бла-бла, и что-то. Так, я немножко занят. Интересно, пикнут ли NoKZ, как они хотели против нас закомбинить, они брали Патму и Shadow Demon. Будут ли они против вас пытаться так закомбинить? Или же вы не дадите им забанить сейчас? Я не знаю, мы, блин, не, как-то всерьез это вот инвокера, кстати, не воспринимали. Вот этот. Но он не особо серьезно, он жмет две кнопки, больше он ничто не делает. Да, ну он проблем в первой катке нам достаточно много предоставил в плане маны. Да и во второй тоже. И вот этот Найс, который сидел до последнего, вырезал и просто добивал всех. Такое. Так, я вот тут... Это, голосование устроил, как в прошлый раз? Кто победит, NoKZ или Люлагун? Да, я видел. Ну, сейчас... Не оправдываем. Но я за тебя. Я за Люлагун. Я надеюсь, что вы победите все-таки. У нас, понимаешь, там кто-то написал 3-2-2, вот, кажется, так и вышло. У нас один проголосовал за ТНТ. Что-то не зашло. Не знаю, сейчас еще пытаемся нашего пятого игрока достать. Потому что он что-то... Вообще никак. Как выяснилось, у нас его номера нет, телефона сотового. И сейчас какие-то проблемы. Вовремя выяснилось. Да. Пацан там пьет где-нибудь. Ну, а другим командам пожелаешь что-нибудь? Ну кто там, когда играл и кто там, Just for Fun, Snowviewer? Завтра в 15:00 по Москве. Ну... Сейчас у нас вместе с... Кто уж сидит? Сейчас сидит мидер команды Just for Fun. Угу. Вот. Как бы по сути, Just for Fun, удачки. Так, ты как, хардлайнер вчера... команды... Как там называется? Snowviewer. Да. Ага. Вы там не ругаетесь? Ничего? Нет, все норм.
дружим с ним. Там стендин был буин. Завтра у вас будет недружеская битва. Не, ну кстати, когда вчера на стрим ворвались, сколько там человек из NoWeaver? 2 или 3, я что-то не понял. Да там 2 стендина бусило только. Да. Нет, в смысле, вот на стрим, когда ворвались, кто-то в скайп. Сколько там человек из NoWeaver? Не помню. Как минимум, ну, там один было... только был, кажется. Один, да. Так еще, по-моему, ты. Я не входил в стрим. Ну, я один короче, раз. Короче, кто-то ворвался и так... как вам наш стендин? А, это этот. Я не знаю. Кстати, теперь этого чувака у нас нету. Мы их набрили. Вот. Как мы... Я составил. Нас ребята с Just for Fun хотят поиграть. А, это значит, нам их выигрывать надо? Проигрывать. Не, ну как? Ну как получится, а так можно будет дружеский матч провести, если что. Подтягивать народ из НоуКЗ. Да. Так, ну чё? Что сейчас будет? Вот я немного сейчас не врубаюсь. Я вообще игру чуть не проспал, я проснулся без 5:09. Ой, сколько? Ну хорошо, что ты проснулся. Без 5:07. Ну и у тебя, да, 9. Да, вот, без 5:09 я проснулся, и такой у меня скайп трещит. Пацаны там уже капсом пишут, где я. Я спал, лежал. Вот так, внезапно. Все, и... Что-то вот сейчас сижу, втыкаю. Если мы сейчас выигрываем, потом играем либо с NoWeaver, либо с Just for Fun? Нет. Смотри, если вы сейчас выигрываете, вы ждете завтрашнего дня. Катка, наверное, будет примерно в такое же время, как сейчас. Потому что... Так. И вы будете... Сейчас я покажу сетку для зрителей. Плей-офф. Вы будете играть с... стоп. С этими. Либо с NFT, либо с проигравшими из завтрашней Венерах. Вот. Там же, то есть, за где-то второе место, да, короче, первого у нас не будет, или как, и что? Нет, подожди, вы еще пока в лузерах топчетесь. Гляньте сетку плей-офф. А, в лузера упали? Вы, да, вы только что упали в лузера. А, ну нормально. Ну нормально. А тут же Best of 1 в лузерах? То есть? А, да, конечно, да, 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 Best of 1. Так что поднапрягитесь. Так, ну ладно, я, пожалуй, да. Свою конфу. Да, давайте. Удачи вам. Да, ну, КЗ готовы, мы вас ждем. Да, давайте. Давайте. Удачи. Удачи. Ну вот, мы взяли, значит, интервью у... как их называют? Blue Lagoon? Так, давай посмотрим пока, что за новое тело у NoKZ. Итак, у нас сейчас... Подожди. Сейчас голосование 2-2. То есть 50-50 считают люди пока. Или NoKZ, или Blue Lagoon, так и остается загадкой. Вот. Так, какие-то проблемы у команды Blue Lagoon. Что ты там говоришь? Я ничего пока. Нет, что-то кто-то хотел, давайте посмотрим чего-то. А если выиграть на ОКЗ, это интересно будет. Это что-то вообще не то. Угу. Но ОКЗ были третьими в группе. Сейчас они, если выиграют победителей как второй группы, это что-то как-то вообще не то. Если они выиграют Blue Lagoon, то им придется сразиться или с NFT, или с вами, или с кем-то там. Ну, короче, вы поняли. Переманивание народа. Ага, народ, с одного стрима на другой.
Пишет Владимир Мельник. В Лагун все запланировано. Это их тактика. Все равно они победят. Вот так пишет. Это у нас капитан команды ФТД. Ну, я тоже больше надеюсь на Blue Lagoon. Да, да. Я хочу, чтобы Blue Lagoon... Вы с ними сыграете, если только вы одолеете НФТ и проиграете в Виннерах. Ну, или наоборот, если Blue Lagoon выйдет в гранд-финал. Только так. Ну, мы у нас сейчас тут скоро... Ну вы лучше проиграйте, чтобы сыграть, если хотите. Мы не против, если что. Нет, там Best of 1, там что-то неохота. Да, если бы там было Best of 3, то так можно. А что-то там, что-то Best of 1. Страшновато, да? Да, что-то мало ли что. Мало ли будет какой-нибудь снайпер, как у ТНТ. Так, ну и что, я представлю команды пока. Команда... Так, Blue Lagoon. Так, ну что, можно записывать им уже два поражения? Или как, одно считать? Я не знаю. Как одно посчитать? Ну, они же одну игру проиграли. Или, ну, ты да, уже, или ты уже эту игру тоже хочешь? Нет. Ну, одну они проиграли, да. А за No Tales победили. Удивительно, конечно. Да. Но мне кажется, это тоже какой-то хитрый исход. Может, они специально проиграли, они как-то да, не да, хотят. Да, но, да, но да. Но никому не говорят, как тоже. ФТД так считает, по крайней мере, капитан. Пацаны, мы не специально, это так вот. Да при чем тут вы? А. Так пошло. Сейчас они по лузерам просто продавятся, снега крипстат и так далее. Ага. Напикают комбо-бомбы, полетели. Вот такие у нас Blue Lagoon. А что мы скажем про команду NoKZ? Ну. Крепитесь, друзья. Два поражения, одна победа за весь турнир. Или крепитесь, или вы молодцы. Что-то сказать сложно. Так, подожди, у них одна победа и два поражения? Да. Да, они в сетке лузеров. Ну да, они в лузерах, автоматы. А, ну либо сейчас вылетают, либо проходят. Они проиграли команде The No Tales и Just for Fun. И Хлафов на Техлузе или выиграли? Выиграли. На Техлузе против этих. The No TNT, Tales. Да. И так атака не учитывается при статистике. Но вот так у нас получилось. Ждем пока. Команду Blue Lagoon. У них сейчас такая дезмораль, что я даже не знаю. Может, они не начнут играть. Если они не начнут играть, они будут потом перенесем матч на завтра, допустим. Или... Ну, наверное, да. Посмотрим. А может быть такое то, что новые застанут в позу и скажут, нет, ни в какую, завтра не можем, но начнем подать. Тут не знаю, тут не знаю. Ну, мы, по крайней мере, ждем. Ну, они вот. Пишут, что у них тоже один из Steam выйдет. Да, ну это подождем. Время еще пока есть. Blue Lagoon были вчетвером, у них куда-то еще один отвалился. Да, у них кто-то еще отвалился. Ну... Сейчас у них, наверное, давление там такое неплохое. Две подряд каски проиграли в салат. Да, это грустно. К тому и же... тут же сразу либо ты вылетаешь, либо да. Ты. Такие... И осознавать это то, что ты был в группе первый, а сейчас ты просто сейчас за раз. Последний. Это огромная дисмораль, конечно. Вот. Я рекламу давал, ты помнишь? В этом, ну, вообще давал перед матчем ТНТ, но... А перед этой? Перед этой нет. Тогда я уйду на рекламу. А может и... Ладно, давай я уйду на рекламу. А ты помолчишь. Иди на рекламу, я пойду за соком. Давай.
А у меня опять не хватает оперативки на рекламу. Но я сейчас кое-что придумаю, и все будет нормально.